то, конечно, я считаю, что эту практику нужно обязательно продолжить. Патриотический арт, 4000 квадратных метров и 22 объекта. Глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов и президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин вместе с ветеранами вооруженных сил подвели итоги патриотической акции «Чтобы помнили». Это вот такие подстанции, теплоузлы, бетонные заборы, которые мы вот таким образом преобразили. Это называется не картина, это называется мурал. Да, это нанесенный рисунок на фасад здания. Специально ко Дню памяти и скорби художники изобразили граффити, посвященные Великой Отечественной войне. Подобные работы помогают не только сохранить историческую память, но и придать новый облик зданиям. И мы приняли такое решение, что собрать художников, которые готовы принять участие к этому проекту. Да, это было более 40 человек из разных районов и Москвы, и Московской области. И мы им предоставили все возможности для того, чтобы они реализовали этот проект. Проект «Культурный код» стартовал в 2019 году при помощи президентского гранта. Благодаря этой поддержке у художников есть все необходимые материалы, краска и техника для создания граффити разных тематик. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».